Слава Иисусу Христу! Приветствую вас в очередной день Великого Поста. Первым шагом для восхождения в Царствие Божие является покаяние. Признание своих грехов и действительное желание начать новую жизнь. Как мы к этому готовы? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтение Святого Евангелия от Луки. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Еще сказал: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизились к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: „Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым“. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: „Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказыванию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка“. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. Слово Господне. Слава тебе, Христе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Время Великого Поста – это время покаяния. Покаяние стоит в центре этого благодатного времени, и невозможно пережить Великий Пост, пережить правильно Великий Пост без покаяния. А для нас, христиан, это не только значит вот эти ежедневные знаки покаяния показать Богу, но и прийти на исповедь, прийти к священнику на исповедь, потому что мы знаем, Иисус Христос передал власть отпускать грехи священникам в церкви.
Но каждый из нас знает, как это тяжело, как это трудно. Нам не хочется идти на исповедь, нам не хочется исповедоваться. Хотя мы и знаем, что это необходимо. И вот сегодняшнее Евангелие нам показывает, что на самом деле нам многое делать совсем не надо, что мы на самом деле делаем намного меньше, чем нам кажется. В этой притче, которую мы привыкли называть «Притча о блудном сыне», а на самом деле в центре этой притчи, конечно, не блудный сын, а милосердный отец, Господь Бог. И вот в этой притче мы видим, что этот блудный сын, этот грешник находит в себе наконец-то находит в себе эту силу вернуться к отцу, которого он по глупости своей, по юности своей, по слабости своей оставил, думая, что может сделать свое счастье в жизни без отца. Наконец-то этот сын возвращается. И самый важный момент в этой притче, в этом Евангелии, это момент, когда отец видит возвращение своего сына. Евангелие говорит, когда тот был еще далеко, отец выбежал навстречу ему. Нам кажется, что когда мы исповедуемся, когда готовимся к исповеди, это мы, которые столько много делаем, и поэтому нам это так трудно. Мы активные деятели этого таинства, а на самом деле наоборот. Мы всего лишь делаем маленький шажок покаяния, маленький шажок прощения. А это Бог, который идет нам далеко-далеко и быстро-быстро навстречу с распростертыми объятиями и вновь принимает нас, как своих возлюбленных детей, вновь одевает нас в великолепные одежды и даже дает перстень, как наследник. Сегодняшнее задание в нашей великопостной лотерее – это прочитать это Евангелие и сделать испытание совести.